организовать вот такое вот спортивное мероприятие вот в качестве там кикбоксинга, там художественной гимнастики, там настольного тенниса, шейпинга и так далее, это действительно это большой плюс. Здесь принято говорить инсайт или там мэджик, какие-то такие слова, которые вызывают общий коллективный эгрегор, и какая-то общая идея рождается, которая потом вот притворяется в жизнь буквально. Как ты утро встретишь, так целый день и проведешь. Я утром встаю, прихожу заниматься, отсюда я ухожу целый день. У меня адреналин, прям мне хочется, хочется что-то делать. Зимний остров, на самом деле, это первый для меня, и у меня просто куча эмоций. Во-первых, ночью тяжело заснуть, потому что у тебя просто голова пухнет от кучи всего, что ты услышала за день, куча всего интересного, куча интересных спикеров, лекторов, модераторов, экспертов, и хочется на всех успеть. И это физически невозможно. На Зимнем острове я впервые поняла, как организуется трек, субтрек и стрим.